Это диплом финалиста журнала «Бельские просторы» за конкурс «Один день в моем городе». Я написала о монастыре Свято-Георгиевский Успенский мужской монастырь. Алина Насрединова приехала на фестиваль из Благовещенска. Молодому писателю 12 лет. В будущем девочка мечтает издать сборник своих рассказов. Молодежный фестиваль «Корифея» стартовал с награждения победителей сразу трех конкурсов. «Уфимская куничка», «Как наше слово отзовется» и «Один день в моем городе». Эти конкурсы для школьников республики проходят в Башкортостане уже не первый год. Их организует литературный журнал «Бельские просторы» и педагогический университет. В этом году мы были поражены качеством работ. Трудно было вообще определить победителя. Что в публицистике, что в прозе. В поэзии это было чуть легче, потому что поэтические дары – это такое вот совершенно индивидуальное. Сердечный порыв – это особый текст. А вот прозу удается многим. И удивительные публицисты растут в нашей республике. Задача фестиваля – смешать слои. Да? Познакомить взрослых корифеев с начинающими. Познакомить молодежь друг с другом. Тема фестиваля нынешней осени – литература на сцене и на экране. В течение 4 дней участников ожидают мастер-классы для молодых драматургов и литераторов, творческие встречи и экскурсии, так как на фестиваль съехались участники со всей республики. Литература мне очень нравится. Во-первых, она у меня стоит на первом месте, потому что мне нравится читать, мне нравится писать. И моя маленькая мечта – это стать писателем. Мы за то, чтобы все те ребята, которые пишут, вошли в литературу. Может быть, надолго, может быть, ненадолго, как у них получится, но чтобы из этих молодых литераторов сформировались большие маститые писатели. В программе фестиваля постановка молодых уфимских режиссеров по повести Александра Куприна «Олеся». 9 октября состоится главное событие фестиваля. В Уфе пройдет 8-часовой марафон поэзии и прозы «Заводная литература». На одной сцене выступят молодые корифеи, мастера слова и музыкальные группы. По словам организаторов, фестивальные площадки ожидают всех, кто чувствует себя молодым. Алина Гребешкова, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.